Раз, два. Снова добрый вечер, дорогие друзья. Несмотря ни на что, мы сейчас начнем играть самую веселую музыку на свете, балканскую музыку. И несмотря на всю усталость, накопившуюся за эту неделю, будет очень приятно и нам, наверное, и вам, если мы все сегодня устроим тут дикие пляски, и можно подпевать, и подхейкивать, и подхлопывать. В общем, делать все, что угодно сегодня в преддверии выходных. И мы начнем сейчас гроз. Мы ко всему готовы. Мы все ко всему готовы. Thank you.
Появится аккордеон, а может быть и не появится. Но не пугайтесь, если его не будет. Вакантное место для тех, кто хочет потанцевать. Я могу даже буса отдать девочкам, мальчикам, кому угодно. О, Дима хочет, отлично, нет. Ту, я фаню, я завожусь снова, как всегда, от этой музыки я начинаю заводиться. У-ху. Все, нормально? Давайте я вот сейчас проверю микрофон, споем и узреть света посредине мира. Мы сегодня собрались. We'll be right back.
О, отлично, отлично, отлично. Thank you.
возможности танцевать все меньше и меньше с каждой песней, друзья. Как же так? Как же так? Вот даже Артем уже свою песню завел. Идет жаркий спор, что сыграть дальше. Но мы хотим сыграть что-нибудь очень быстрое. У нас есть такая песня, даже не песня, «Барашки» называется. Мне надо очень много прыгать.
Следующая песня «Купичу Диданче» называется. Да. Пониже. У меня такой противный голос отсюда, я прям... Ну вот, сейчас и проверим, насколько он отличный. Thank you.
что у нас дальше? Ой, что-то же цыган у меня отомел. Ненавижу. О, отлично, давай. Я слов не знаю. Да, твои что знаешь? Ну? Ненавижу солнце. А ты так не можешь. Да? Ясно, дэнс. Не зря дэнс. Танцуем, друзья. Как нужна будет ваша помощь?
Настало время экспериментов, друзья. Песенка про Вареньку. Что бы это ни значило. По заказу нашего барабанщика была создана. Что? Ой, сахарная песня. Чаю рыбу.
А сейчас, если мне... Следующая песня, Настя, подожди. Okay. Мужчина говорит. Хорошо, мужчина, да, говорит. Хорошо. Помолчи пока. А сейчас будет хоровод. Я снимаю микрофон. Так. Я кладу трубу. Я буду хороводить. Внимание. Я начну. Трубачи снимают микрофон. Начну. Где девушка посимпатичнее? Так, это что такое сейчас начинается, а? Что молчи, а то с тебя начну. Начну с тебя. Иди сюда. Thank you.
подлинные композиции. Да, такое тоже бывает в нашем деле балканском. Да. Руководитель, так оно и будет, да? А что? Что? А, песня про Васю. Брат, ты взял, брат,
Хотите, чтобы вас представили? Это ваш звездный час сейчас. Я выиграю. А? Да, давай. Или вот Артем это очень умеет делать. Давай-ка ты представь. Ты сегодня рвался к микрофону. Ну-ка, давай. Ну, хорошо. Во-первых, желаю всем провести приятные выходные. Ожидается очень теплая погода. Надеюсь, она ничем не испортится. Но, не, в общем, не об этом. Это Дмитрий Карев, аккордеон. Браво! Супер, я выиграю, пальчики! Двух рук, двух рук, двух рук. Роман Жарский! Мастер спорта по извлечению верхних нот на трубе и не только. Итак, представляю вам владыку трубы, мастера высоких интонаций и незабываемых мотивов. Владислав Брёшечек, а по-русски Виталий Филонов. Мой любимый инструмент в группе, с которого я начинал, баритон. Начнем. Ики! Игорь! Игорь Макренко! Незабываемый ритм придает этот инструмент нашему коллективу. Константин Манчур, ритм-группа! Самые классные кричалки и поддержка из сцены. За сцену. Продвигаемся дальше в ритм-секцию. В ритм-секцию у нас барабаны, баритоны и бубны, и еще дуба. Так вот, наш повелитель низких частот Андрей Тимофеев. Это он. Ну, в общем, двигаемся дальше. Барабаны, а вернее ударные инструменты. Илья Лепота! Самые забойные ритмы, балканские не только. Двигаемся к изюминке, самой прекрасной части нашего коллектива. Ребята, тише, я к важной точке, к кульминационный момент. Комсомолка. Девушка, красавица, ударница. Даже танцовщица, покорительница всех сердец, всех. На мой взгляд, самый волшебный голос. Участница проекта «Голос». Я не забуду никогда этого. Посмотрите в Ютубе, участница проекта «Голос» Анастасия Бадьина. Обалденное соло, просто супер. Анастасия Бадьина! И самый главный... Самый главный,
Созидатель, ценитель величайшей балканской музыки и музыки живой вообще любой, в любом виде вообще, вот, лишь бы играли на дудке, стучали клапана, бренчала музыка, тянулись меха, бренчал барабан, это он любит бесподобно. Создатель нашего коллектива, идейный начинатель Александр Каштанов! Thank you.
Итак, не забываем, те, кто первый раз познакомился с нашим коллективом, с нашей музыкой и незабываемым исполнением, я надеюсь. Если кому понравилось, то можно эту музыку слушать у себя в машине, у себя в ушах и так далее. У нас есть диски, и не в одном количестве, а во множественных, а также в альбомах. Можете приобрести у этого белоснежно-красного буса человека со шляпой Александра Каштанова. Он вам все расскажет, подскажет. Бумарарам разбрать, спасибо!